написал в 17 лет, по-моему, но не помню, в общем. Меня тренер попросил, так случилось, что я написал, в общем-то, я ее никогда не играл. И вот на этом диске, который «Страна престижа», который вот издали Вадим Силаев и Олег Коврига, она существует, и вот я. Шипы врезаются в отстриженный газон, на поле убегают футболисты. Сегодня праздник в Харькове, в футбол. Сегодня каждый здесь болельщик металлиста. Струя свисток и нетерпенье точит. Ты теперь зависишь только от себя. Ты не имеешь права играть как хочешь. Победы ждет весь город от тебя. Играют металлисты и буны полны. Отдать старается все каждый футболист. Давай, ребята, о, как нужен гол нам. И вот опять идет в атаку металлист. Здесь любят те, кто не играет на трибуны, и кто не ищет виноватого кого-то. Здесь любят те, кто не пеняет на минуты, и кто все время нацелен на ворота. Здесь любят те, кто не пускает в ход причины уйти из борьбы, хотя устал и пот с лица. Здесь любят те, кто остается на поле мужчиной сначала и до самого конца. Играет металлист, трибуны полны, и знак атаки дал невидимый гарниз. Грудь наполняется радостной болью, когда идет опять в атаку металлист. И есть закон у настоящего спортсмена — бороться, не сдаваясь никогда. Наградой будет долгожданная победа, если ты ни на миг не пожалел себя. До силы отданы, как и видно, не впустую. Аплодисмента больше слышится, чем цивиста. И в том, что на матче трибуны не пустуют, виноваты, видно, сами футболисты. Играет металлист, трибуны полны, и ветер по полю гоняет желтый лист. И людям вскакивать приходится невольно, когда атаку завершает металлист. И людям вскакивать приходится невольно, когда атаку завершает металлист.